Всем привет! И сегодня у нас вот такая вот тема. Сегодня у нас адвент-календарь. Да, еще рано, конечно, но по отличной цене можно было приобрести адвент прошлого года, чем мы и воспользовались, и сейчас мы будем его распаковывать вместе с моим любимым помощником. Ну давай, помощник. Номер один. Вот ножницы, если не получится открыть. Хорошо. Так, аккуратно, пальчики. Так, ты уже прям дальше. Номер один. Доставай. Что там? Тушь? Нет, это у нас карандаш для глаз. И что он такой помятый? Да мы помяли, так открывали. О, хороший оттенок. У меня есть клиентка, которая пользуется именно этим карандашом. Сейчас мы его покажем. Можете ему дать в подарок этому клиенту. Вот. Mm-hmm. Вот так вот выглядит этот замечательный карандашик от Avon. True. Color. В оттенке черный. Номер два. Возьми, может. Вот, давай. И это у нас маленькая миниатюрочка мицеллярной воды от Avon Nutra Effect. Ну, в принципе, она неплохая. Это двухфазная такая мицеллярочка. Это, в принципе, у меня была. И срок изготовления 18 августа 2021 года. Ну, в принципе, неплохой. Найдем. Так, далее номер три. Угу. Она же открыта у нас. Ну, давай. И там у нас тушь Euphoric. Euphoric. А, в оттенке черный. Black. Так как с тушами сейчас проблема у нас, это будет в самый раз. Я знаю даже клиентки, которые можно предложить эту тушь. О, вот себе. Так вот выглядит эта тушь. Красивый. Вообще, в принципе, эти туши очень классные. Так, давай, номер 4. Где номер 4? Давай вот это возьмем. Тихо. Они так и есть. У них проблема у Айвана в том году была, что... Давай-ка вот так. Подожди. Вот так вот сделаем. И это у нас крем для рук. Крем для рук Planet Spa ароматерапия. Ну, в принципе, этот кремушек тоже неплохой. Вот так вот он выглядит красиво. Вот так вот. И производство 14 августа 2021 года. И дальше. Пятый. Возьми ножницы. И помощник. Вот так вот. Подковыриваем. Да, огромная с этим проблема. Да. В том году была у них такая проблема. О, лак. Да. Подожди, давай. Так вот сделаем. Вот так. И открываем. Так, это номер 5 был у нас. И это вот такое вот средство для ногтей BB Nail. И Lila Clove у нас оттеночек. Сейчас мы посмотрим, как он выглядит. Вот так вот. Нейтральненько выглядит. И дата производства у нас вообще есть? Тут нет, наверное. Ну, в общем, вот такой вот средство. Так, дальше какой номер? 6. Да, давай. Он уже открыт у нас почему-то. А, давай, возьми ножнички, подковыри мне ножничками. Вот с той стороны можно. Закрой их. Во. Давай. Тоже знаю клиентку, которая любит. Которой нравится это средство. Ну, так вот, по-другому ты его не откроешь. Ну, это Enyu. Серум для лица с протинолом. Так, дата изготовления. 5 сентября 2021 года. Это миниатюрка, это не полный размер, конечно же. Сейчас я его открою и покажу, как он выглядит. Да, 8 такой огромный, правда ли? Да, очень большой. Так, сейчас он немножко застрял, тут плохо открывается, коробочка подбитая. Вот так вот выглядит оно, это средство. Это миниатюрочка, здесь 10 мл. В принципе, оно неплохое.
Средство само по себе очень классное. Клиентка заценила, ей оно очень понравилось. Так, номер следующий давай. Так, сюда. Давай. Какой номер? 7. Угу. И тоже не поддается. Угу. Ну, они тут многие не поддаются. Они изначально такие. У Айфона была проблема такая в прошлом году, что не открывалось как надо. Не знаю, в этом году не уверена, что буду покупать по такой цене адвент-календарь. Давай, доставай. Ого. И это у нас помада. Avon. Так, отойди сюда, пожалуйста. Avon True Color. Perfect Nude. Вот такая вот. В принципе, неплохая продукция. Следующий номер. Номер 8. Огромная коробка. Да, наверное, опять, да, надо открыть? Ну, конечно. Как же еще, блин? Так, да. Тут тоже еще сложнее открыть. Подожди, руки убери, папа. Чтобы я тебе по рукам не дала ножницы. О. Маска для лица. О, у меня как раз есть клиентка, которая очень любит эту маску. А это у нас... Это я ножницами покоцала, не страшно. А это у нас золотая маска Planet Spa, 50 мл. И вот она как выглядит. Сейчас в каталоге она стоит около 3 евро, это я точно знаю. Ну тогда подожди, дайте сейчас я быстренько расскажу. Это значит стоит 3 евро. Вот такая вот 10 мл, она стоит сейчас 4 евро по каталогу, по скидке. Без скидки 9 евро. То есть, в принципе, это хорошая тушь. В данном каталоге плюс-минус она стоит где-то 5-6 евро. Карандаш стоит 3 евро. Крем для рук этот от Planet Spa стоит где-то 3 евро. И также туда средство для ногтей стоит около 4 евро сейчас в каталоге. Мицеллярки, я не знаю, сколько она может стоить, но мицеллярки сейчас нет в каталоге. Так, следующий наш номер. Какой наш номер следующий? 9. Давай. Я приоткрою. Давай, дальше сам. Помощник мой. Вроде как тут лак. Еще один лак, да? Оп. Молодец. Отлично. Давай, открывай дальше. Ну, возьми ножницы, ну. Так, и в следующей ячейке у нас был лак. Вот такой вот оттеночек. Гельшайн. Вот такой яркий красный оттеночек. Эти лаки примерно где-то стоят около 4 евро. Так, сейчас дальше. Так, теперь у нас идет следующий номер. Номер 10. Так, что же у нас там прячется? А содержимое, по-моему, может, конечно, я путаю, то же самое. О, это миниатюрка аромата. Аромат максимум 10 мл. Ну, то есть, в принципе, это хорошо, поскольку этот миниатюрка у нас теперь стоит по 6 евро. То есть, в принципе, неплохо. Далее у нас идет номер 11. Номер 11 у нас пошел. Помощник ты мой маленький. О! Праймер у нас идет. Lush Supreme Primer Volume Primer. У меня есть как раз клиентка, которая пользуется таким. Значит, дата изготовления 27 июля 2021 года. И выглядит он вот так вот. В принципе, сейчас они стоят где-то около 6-7 евро. Я сейчас так точно не скажу. Но я могу сказать точно, что это... Классное средство. И остался у нас последний номер. Где наш номер? Я не вижу, где же наш номер. Ах, вот он где спрятался. У нас номер 12. И там, как я понимаю, помада. Так. И помада у нас какая? Помада у нас ультраматовая. В оттенке Trust Red. Вот так вот интересно. Вот такой у нас адвент-календарь прошлого года. В принципе, в данный момент, если его покупаешь, то он окупается очень быстро.
То есть, в принципе, тут, получается, цена сейчас была не 35 евро, а намного-намного дешевле. И содержимое, в принципе, классное. Вот так вот у нас получилась распаковочка. Ну, в один момент камера упала, ну, с кем не бывает, поскольку в том году они плохо действительно все вот эти открывались, очень тугие. Спасибо всем за внимание и всем пока-пока!